Автором этого проекта, этой идеи был тогда еще руководитель департамента сельского хозяйства УБУСа Афанасий Василий Владимирович. И мы поддержали эту идею и вместе вот с Егором начали вот продвигать, да, проект. В нашем наследии занимаются сельским хозяйством, то есть сельскохозяйственным, да, предпринимательством. Это вот выращивание овощей, картофеля, разведение крупного рогатого скота, лошадей. С 2015 года стала агрошколой, и они вот уже начали вот тесно взаимосотрудничать с КАСом Артай. У школы есть свои земли по выращиванию овощей, картофеля. То есть они будут планируют выращивать овощи и картофель и тоже сдавать в цех. Первый раз мы встретились вот с главами молодых наследников год назад, как раз здесь же, в ТТБ. Вы знаете, что этот проект курирует личный глава республики Егор Афанасьевич. Соответственно, мы об этом проекте вот узнали год назад, соответственно, подключились по проектам глав молодых наследников. Помогли немножко упаковать, сопроводить. И благодаря вот тесной работе вместе с венчурной компанией, вместе с главой, соответственно, Хангаласского вуза, которые выдали муниципальную гарантию, вот мы сегодня видим проект. Организация начала свою работу с переработки молока. У нас был только один молокозавод. Вот, во время работы в прошлом году ввели коровник. На 100 голов сейчас работает, там уже сейчас 7 человек работает. Вот в этом году вот запустили цех по переработке овощей. В дальнейшем хотим тоже вот свой ассортимент пополнить. Вот на это. Хотим именно замораживать ягоды и переработать, ну, варенье, сироп сделать. Как бы свой ассортимент пополнить.